Сочи, Красная Поляна. Родик, куда ты едешь? Путешествовать на машине? Поехали. Наша прогулка. Погода тут, конечно, отличная. Единственное, что сегодня очень сильный, прям какой-то северный ветер. Мини детишки бегают. Просто сегодня погуляем немножко, посмотрим, может, какие-то достопримечательности. Завтра с утра просыпаемся и в путь. Сегодня, может быть, тоже что-нибудь отснимем, покажем вам. Дороги, единственное, кстати, что вчера приключилось, это то, что у машины загорелся чек. И мне нужно сегодня найти, конечно, желательно автосервис вольвовский, чтобы считать, что случилось. Потому что в Сочи, ну я, по крайней мере, на картах Яндекса смотрел, вольвовских сервисов нету. Это очень плохо. Собственно, так, ладно, пойдем мы, короче, гулять, будем снимать. Вот, собственно, всегда так получается. Мы поехали в парк. Нам порекомендовали в Краснодаре очень красивый парк, действительно красивый, проезжали, посмотрел, классный, но у нас уснул Родион. Родик спит, поэтому пока он спит, я сижу с ним. Вот, собственно, так вот, не буду тогда терять время, пока что-нибудь поизучаем. Сейчас проснется, пойдем с ним гулять и поснимаем. Сейчас небольшой отрывочек мы посвятим именно дороге на серпантине, потому что именно эта дорога меня очень сильно вымотала. Самые сложности, что там было, как по нему ехать, какая скорость, есть ли там пробки, все мифы, не мифы, пугающие, серпантин. Я во всем вам сейчас расскажу. Смотрим. Сочи, Красная Поляна. Поехали. Вот мы и выехали. Немножко погуляли в Краснодаре, прям совсем немножко, потому что погода была, ну, вроде тепло, но ветер был очень-очень сильный. Мы поехали в парк. Там, короче, ветер дует такой жесткий, поэтому мы просидели дома. Ну что поснимали, то смонтируем, посмотрим, что получится. Сегодня выехали в 7:15, заехали пока на заправку. Вот. Все, сейчас едем, посмотрим, как будет дорога. Вроде настрой нормальный, дети вроде тоже нормальные. Главное будет показывать вам моменты. Вот вдалеке уже видны горы, и мы плавно подъезжаем к серпантину. Серпантины меня много пугали, но вот, собственно, посмотрим, что там. Серпантин. До серпантина нам осталось 26 километров. Он начинается, я так понял, судя по карте, с города Джуба. А тут уже будет открываться панорама слева горы, справа море. Вот, у нас, короче, дети спят. Мы встали рано сегодня, чтобы выехать пораньше, чтобы к обеду уже приехать в Сочи. Заехали, кстати, в Джугу. Если вы едете, вы можете здесь перекусить. Здесь есть всем привычный Бургер Кинг. Две штуки по правую сторону. А по левую сторону, как заезжаете, есть очень клевый парк. Если у вас есть время, вы можете остановиться. Там всякий пингвинариум какой-то с динозаврами. В общем, такой достаточно дельный. Мы не остановились, ограниченное во времени сейчас. А все из-за того, что мы даже не понимаем, куда мы едем, где мы будем жить. Мы еще ничего себе не нашли. Поэтому нам нужно засветло добраться, чтобы решить еще этот вопрос.
начинается сочинский серпантин. В общем, период топ-се мы встали вот в такую глухую пробку. Сколько стоять, не знаю, но мы не едем. Уже минут 10 совершенно стоим. Вот так, короче, мы медленно двигаемся. По серпантину здесь, конечно, повороты такие серьезные. Ну, вот пробки, да, получается, мы. Виной тому это вот дорожные работы. Как вам пейзаж? Классно? Красота? Ничего. Короче, мне знаете, что интересно протестировать? Как интересно мне протестировать? О, смотри, легла. Вот так вот, вот он серпантин. Короче, груз лежит. А он как вообще сам-то живой, здоровый мужик тебе? Короче, мне интересно протестировать вот эти новые машины, там, которые сами держат полосу. Насколько их хватит на этом серпантине, потому что... Артём, я же говорю, подожди. Она перевернулась, потому что дорога крутая. Насколько выдержат эти машины, которые держат полосу на этом серпантине, потому что у меня, допустим, руль только туда-туда-туда крутится, повороты 180 градусов. Это, конечно, ну, интересно. И в то же время сложно. И причем при всем на этом серпантине еще и камеры висят. Зачем, не знаю. В общем, самое стрёмное, что есть на серпантине, это то, что ты можешь прицепиться к какой-нибудь грузовой машине, которая едет, чихает, пердит, и ты вместе за ней будешь ехать всю дорогу, пока не закончится эта сплошная. Вот сколько мы так, короче, прицепили сейчас за газелью. Пока ее погнать невозможно, потому что везде сплошная. Вот, ну посмотрим, что будет дальше. Конечно, до Сочи не хотелось бы за ней ехать. Вот так поставить все, как Тёма. Ну, вот так. Вот мы выезжаем. Стоп-сэ. Ой-ой-ой, нифига. Вот такие тут, короче, повороты. Спасибо тебе, друг. Вот, смотрите, такие повороты. Вот. Оп. И вот туда, вот так вот. Оп. Видите? Просто. Потом вот так. Еще. И еще. Ну и, собственно, вот так вот пока вся дорога. Вот видите, смотрите, хоп. И вот опять. Вот прям туда, вот так вот, хоп. Вот так вот. Средняя скорость, знаете, вот иду по серпантину где-то 50-60. Вот как-то так. Больше и не получается, потому что приходится потом резко оттормаживаться. Сделали первую остановку, потому что очень сильно хочется в туалет. И тут, короче, лежат классные коровы. Вот так вот. Посмотрим маленько. Все, не подходите к ним близко. Мы, короче, въехали в Сочи. Когда в Сочи заезжаешь, там стоит, как знаете, типа такие автомобильные турникеты и пост ДПС. И вот меня год на этой машине не останавливали. Вот за год первый раз остановили, проверили документы, спросили, как дела. Тёма поздоровался, и мы поехали дальше. Сейчас, ну... Мы, короче,
сейчас добрались до Адлера, едем уже по Адлеру. Осталось вот доехать до Красной Поляны. Но серпантин, короче, меня очень сильно выжал. Вот из Москвы до Краснодара я на одном дыхании доехал. А вот по серпантину, ну, себя он, короче, выдавливает энергию из себя, прям. Вот эти повороты, газ, тормоз, туда-сюда, прям. Далее, если знать. Ну ладно, ничего. Собрались, это уже хорошо. Ладно, сейчас доедем, но сначала, наверное, перекусим. Посмотрим где-нибудь, покушаем. И потом будем искать себе, как Артём говорит, новый дом. Вот так. Мы доехали до Красной Поляны. Вон там горы. Снег еще есть, наверное, и будет. Сейчас пойдем кушать. Короче, устали мы очень сильно, болит башка. Ой, в общем, серпантин реально выжил очень сильно. Ладно, нам приятного аппетита. Ну что, мы доехали и определились с жильем. Сейчас я вам покажу с внешней стороны. Ну вот, если, допустим, из окошка, вот это гостевой дом с бассейном, апартаменты, студия с кухней сразу вместе, сутки 1100. Самое время теперь подсчитать, сколько же мы потратили денег на бензин. Ой-ой-ой, сколько всего. Итак, что касается потраченных денег на бензин, мы в пути остановились 5 раз. 5 раз заправляли машину, соответственно, тратили по минимуму и заполняли полный бак. Перед отъездом с вечера я залил полный бак на сумму 2139. Ну, дальше чеки разные. В общем, общая сумма, которая вылетела на бензин, 11 090 рублей. При среднем расходе на 100 километров машина скушает 15 литров. Собственно, если у вас такой же расход, вы потратите... Также на серпантине машина ест гораздо больше, потому что постоянно дергаешь педаль туда-сюда, плюс подъемы, спуски, повороты, и поэтому туда закладываете прямо на бензин побольше. То такое интересное, что если вы едете, как я, люблю заправляться только на Газпром, у меня карточка лояльности, там копится, ну, в общем, наверное, вы знаете, копятся баллы, потом списывается на бензин. После, по-моему, Воронежской области есть Газпром, но это просто Газпром. Это не является Газпром нефтью, как в Москве. Это разные компании, и у них не действует эта карточка. Поэтому, если заправляетесь в Москве на Лукойле, то лучше всю дорогу заправляйтесь на Лукойле. По крайней мере, накопите баллы. Итого, на дорогу у нас вместе с кофе, с чаем, там с мелкими затратами ушло порядка 13,5 тысяч, что считаю, в принципе, недорого. Учитывая, что мы еще останавливались в Краснодаре и тоже там немножко тратили. Вот суммарно 13 500. Ну что, вот вы посмотрели выпуск, который был посвящен сочинскому серпантину. Обязательно поставьте лайки, подпишитесь на канал, тут будет много-много-много всего интересного. И напишите в комментариях, что вы хотите узнать про Красную Поляну, Сочи, море, горы. Обязательно пишите. В следующем выпуске мы вам покажем, как мы выбрали жилье и где мы остановились жить. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и смотрите.